Участок, к которому прикреплен переписной пункт, находящийся в здании Видновской детской школы искусств, один из тех, что показывает лучшие результаты. На 3 ноября здесь уже переписано 95% от числа жителей. И это результат командные работы. У меня в команде 6 переписчиков. Разный возраст. Есть и пенсионеры, есть и молодежь, студенты. И все зависит от того, как вовремя информировать, как контролировать, проверять, своевременно передавать информацию. Ну, это как бы совокупность, командная работа. Стационарный переписной участок посетил временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Алексей Спаский. Он задал вопросы по работе переписного участка, выяснил, с какими проблемами сталкиваются переписчики. Сколько в базе у вас народу переписать? 3 с чем-то тысячи. Вот 3500. Какое количество через госуслуги, какое количество сюда пришло? 42 адреса, вот так скажем, 42 адреса. Алексей Петрович одним из первых участвовал в переписи, и это личный пример для всех жителей муниципалитета. Это не просто масштабно, это такая, скажем, задача федерального уровня. Вы знаете, что она была перенесена с прошлого года из-за пандемических вот этих сложностей. Тем не менее, сейчас все, без исключения муниципалитета Московской области, в целом по стране этим занимаются. И в этом смысле для Ленинского округа я считаю, что это вопрос такой очень животрепещущий. По данным статистики, а последняя перепись более 10 лет назад проводилась, у нас до сих пор еще население числится как там порядка 180 тысяч. При этом мы очень четко понимаем, что реальная количество проживающих на территории, оно там приближается где-то к 300 тысячам. От этого многое зависит, в том числе нормативы на содержание социальных объектов, наших школ, наших вот учреждений как культуры, искусства. Галина Кузина спешила на работу, а попала на переписной пункт. Здравствуйте, я ваш переписчик, Возняк Лариса Юрьевна. Скажите, пожалуйста, по какому адресу вы проживаете? На 33 вопроса Галина Александровна ответила за 15 минут. Удобно, быстро, а главное, нужно для общего дела, говорит видновчанка. Для меня переписной участок расположен очень удобно, потому что я здесь рядом живу, рядом работаю. Адекватные. Вопросы адекватные, самые обычные о том, что где проживаешь, чем занимаешься, какое образование и так далее, семейное положение. То есть те вопросы, которые как бы должны быть в переписи освещены. Участие в переписи – гражданский долг каждого жителя не только Ленинского городского округа, всего региона, всей страны. Не забудьте переписать себя и свою семью. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.